Приветствую вас на канале «Хочу в деревню», меня зовут Виктор, и я восстанавливаю столетний дом на хуторе. Сейчас работаю в подвале, мне необходимо выполнить заливку всех траншей, которые я прокопал для подведения коммуникации. В сентябре месяце у нас стоит прекрасная погода, правда утро бывает вот такое красивое, туманное, с солнышком, просто обалденно получилось. Но в этой неделе у меня получилось приехать на хутор всего лишь на один день. Было много разных работ, дел, и одно из дел — это мы ездили с братом помогать на фазенду к моим родителям. На этой неделе, в один из прекрасных ярких сентябрьских дней, мы приехали с братом помочь моим родителям по хозяйству. Оно у них очень большое, и они справляются вдвоем. Но вот мы решили немножко им помочь, они попросили. Значит, с папой я ремонтировал крышу, которая протекала, поменяли шифер, а также выполнили замену одного окошка в старом доме, поменяли его на новое пластиковое. А брат в это время занимался электрикой, подводил новые светильники и в одном из сараев полностью сделал новую проводку. А сейчас небольшая реклама фермерского домашнего натурального продукта от моих родителей. У моих родителей, как я говорил ранее, большое хозяйство. Они держат разных животных на хуторе, и у них иногда появляются излишки. Так вот, я вам предлагаю излишки. Это свинина домашняя, натуральная, вкусная. Родители готовят самостоятельно корм. Для них это натуральное, то есть это зерно, кукуруза. Они все это перемалывают, смешивают в правильных пропорциях, без всяких там химических добавок, уколов и всего прочего. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите, там все уточняете, можете написать, спросить. Но хочу вас предупредить, что это актуально для жителей Беларуси, кто сам самостоятельно может приехать в город Поставы. Вернемся на хутор, где я начинаю делать короб из пенополиэстирола для ревизии. Здесь у меня заходит вода, все краны, я хочу ее сделать утепленной. Дальше все буду измерять, измеряю ширину, высоту, глубину и буду переносить все на лист пенополистирола и вырезать мне необходимые размеры.
Так, долго или коротко, короче, не показывал вам. Тут у меня вышел инцидент. Перепутал я, как ставить такую белую штуку, чтобы не воровала трубу. Вот, я ее неправильно ставил и пытался закрутить, наверное, минут 30. Спотел, весь мок. Потом пошел, посмотрел, как должно быть. На нормальный, как, ну, у меня новые еще такие есть. Переставил и закрутил. Сделал вот такой короб. Будет он вот так вот закрываться у меня пенополиэстиролом. С боков заливаю я раствором. Сейчас законтрую их этими, как их, арматурой. Нарежу. Все раствором заливаю со всех сторон. Здесь тоже заливаю раствором. Здесь оставляю только такую вот незалитую чуть-чуть. Остальное все залито будет. Вот. Ну и тут проливаю жиденьким, все оно застывает. И тут будет лежать, храниться труба. Вот так оно будет выглядеть. Сверху немного пенопласта для утепления, буквально совсем чуть-чуть. И все. На этом все утепление завершено будет. Сейчас буду делать сюда еще для одной ступеньки опалубку. Ну а дальше опять все стандартно. Притащил бетономешалку, гружу,
вожу, потом снова гружу, снова выгружаю и выгружаю и выгружаю. Теперь я ношу снова цемент, затем воду и начинаю замес. Вот он, уже раствор готовый, мешается. Приступаю к заливке. Итак, пару часов и готово. Все, отлил. Сейчас рассказываю, как, что, где. Здесь, значит, залил. Тут немножко сдавило. Ну, ничего, говорит, не критично. Удержала арматура.
Тут все нормально, отлито, все вровень, крышечки закрываться будут, края еще, которые выступают, подрежутся, и будет вообще вровень все это сделано. Дальше, здесь тоже все отлито, ступенька, видите, тоже отлитая. Здесь не залито кусочек, но это уже зальется тогда, когда поставится коробка для двери. Я уже залью, потому что там уровень выше, ну и чтобы оно сюда не текло, то есть, чтобы не был упор. Там уже долью, как мне надо, подрежу и потом все сравняю. Вот, это уже 10-е, тут все очень отлично, я доволен. Пару часов и готово. Сегодня заливкой я закончил. У нас такой сильный ветер. Пора мне приступить к моей любимой работе, а именно к шлифовке. Я постараюсь восстановить вот это старое полотно, которое было дверью в подвал входом. Ну, я сейчас его почищу. Есть проблемные места. Вот такие. Посмотрим, может, мне удастся их восстановить, отремонтировать. И будет тут все отлично это работать. Сейчас я займусь этим делом. Своей любимой работой, а именно шлифовкой. Органы дыхания не защищаю, так как на улице. Ну, посмотрим, может, и придется и респиратор одеть. Приятная дрожь, ностальгия. Кто не видел, новенький на канале, у меня есть целый плейлист, так и называется, шлифовка сруба, где я целую зиму шлифовал. Ну, сейчас дошлифую, потом пойду возьму другую. Это что-то не очень работает. Почистил я, значит, двери. Ну, это так, грубая чистка, чтобы понять вообще, стоит ли их восстанавливать. Буду ставить эти обратно двери. Вот тут вот у нас выгрызено в одном месте. Не знаю, даже, может быть, сделаю немного другую коробку, поменьше. Может быть, что-нибудь еще придумаю, как тут доделать. Может, так вот вырежу. И потом на шканты какой-то ставлю кусок дерева такой же. Не знаю, может, вы подскажете, что сделать. Значит, что надо по ремонту? Вот здесь уже вот такие кованые стояли завесы. И вот эта завеса уже тут отломалась. Видите, вот здесь вот нету, оно отгнило. Здесь вот такая идет штука. Вот такие они кованые. Почистил их. Еще немного почищу. И будет просто... красота. Сейчас останется мне доводить ее, дочищать, а потом покрашу. Такой темный цвет у меня есть, и будет она у меня еще стоять много лет. Не знаю, что за порода дерева, наверное, какая-то елка или сосна, что-то такое. Но не дуб здесь, это точно. Елка, наверное. Ну, широкая, сбита хорошо, то есть без щелей. Что мне ее менять? Сейчас зачищу и пойдет ее. Буду ее ставить. Сейчас еще принесу машинку, буду чистить.
Конечно, когда они были грязные, и когда я их почистил, ну, выглядят они хорошо. Много, конечно, гвоздей загнано, которые подламывались и там торчат. Ну, это даже придает, знаете, своей такой, такого шарма определенного. Старые двери, останется их хорошенько покрасить, ну и решить вопрос вот с этой вот штукой. Ну, что-нибудь придумаю. Однозначно решил их оставлять. Вот они у меня и будут. Я их буду использовать. Конечно, хотелось бы потолще и дубовых, но пока нет таких финансов. Оставляю вот эти, как сказать, родные, только подновлю. Мне надо купить, я знаю что, чтобы одну завесу, вот, которая отгнила, починить. Починю ее. И будут стоять у меня вот такие прекрасные двери. Но это уже увидите в следующих сериях. Конец сентября, а такая жара, как будто июль месяц сегодня, очень жарко, тяжело работать в такую жару. Но взгляд радуют яблочки, просто красота, они наливные такие, разные, красно-розовые. Я даже не удержусь и вам покажу. В предыдущем ролике, сказав вам, что это последний покос, я, конечно, погорячился. Это совсем не так. Покосов еще, наверное, ну, один будет точно, это 100%, потому что, видите, как трава поднялась. Здесь птички едят красненькие яблочки. Им тоже нужно кушать. Ну, и вот так вот я потаскал немножко ветки, ну, много очень веток наломалось. Надо будет устраивать скоро костер большой. Антоновка вот падает. Принимают антоновку по 2, ну, яблоки по 18 копеек за килограмм. Посчитал я, что если заняться этим делом, ну, вообще не рентабельно.
все мои часы, время, то есть очень дешево получается, ценится мое время. Плюс ко всему надо амортизация, то есть это надо на чем-то отвезти. Помимо того, что это надо собрать, мешки нужны, ну и так далее. То есть это надо возить, не знаю, я не готов за такие деньги ездить и работать. За 18 копеек это очень дешево. Вот если бы хотя бы копеек 40 было, тогда еще можно было. Вот красненькие яблочки. Их выклевывают птички, значит они сладенькие. Это можно так смело знать, где выклевано, там все хорошо. Пчелы, смотрю, летают. В сегодняшний день он теплый, ну ветреный. Ну, как бы не помеха. Летают и в такую погоду. Я иду вам показать еще одно лежбище. Я показывал в прошлый раз. Сейчас снова вам покажу. Только уже другое. С другой стороны, с противоположной. Так, здесь тоже пчелы. Массово летают. Тут не дали покосить перед... И потому что очень сильно агрессивничали. Вот они вылеживаются здесь. Тоже вытаптывают. Это не кабаны, у нас кабанов нету. Во время чумы их поистребляли очень сильно. Это тут местного разлива козочки, лоси. Вот такие лежки себе устраивают. Ну и тут вот все выхожено. Яблочки собираю. Здесь наполовину дичка, наполовину вот такие яблоки. Ну, там, где яблоки были, вот ветки отломались. Короче, это тоже дерево. Уже все, можно сказать. Это последний ее сезон был. Потому что вот эта дичка растет. Ну, к чему она? Эти маленькие яблочки. Это пошли расти вверх. Дикие. Остались вот такие. Еще нормальные есть здесь ветка. Ну, она тоже отломалась. Друзья, ну, еще раз хочу сделать объявление. Значит, появились излишки продукции у моих родителей. А именно, это домашнее мяско, молодое, свежее. Без всяких ГМО, на натуральных кормах, без уколов. Вся необходимая информация будет по ссылке на объявление. Там все спрашиваете. Ну, хочу сказать, что знаю, вот сразу идет разговор за тушу, полтуши, но никак не за килограммы. Поэтому, ну, учитывайте, пожалуйста, это кому нужно. Вот свое домашнее, деревенское, натуральный продукт, пожалуйста. Я знаю, что, возможно, там доставка в районе 60 километров у родителей. Ну, не более того, потому что у них там автомобиль не важнецкий. Знаю, что приезжают люди из Минска. Так что вот имейте в виду, ну, для белорусов. Желательно, конечно, чтобы вы там договорились и приехали. Может, кому-нибудь будет полезным и нужным. Ну, а я вам хочу сказать про сегодняшний свой день. Затоптался, как будто залил целый аэродром. Уж не знаю, то ли простуда какая-то сказывается, потому что все вокруг болеют. Хотя у нас еще температура, ну, летняя, лето на улице, как бы болеть не надо. Но задигался сегодня вообще, еле язык ворочается. Необходимо еще делать дела с дверями, сделать коробку и закрывать погреб. Пользоваться, так скажем, дары снимать с деревьев. Яблоки хочу сохранить хотя бы до середины зимы, поэтому очень тороплюсь и спешу, и еще следующие серии, поэтому вот будут про погреб, а именно про дверь. Надо купить мне брус 10×10, и из него я буду делать коробку, но об этом, обо всем я вам покажу в следующей серии. Друзья, я еще попрошу вас поставить лайк, не забыть. Если вам, конечно, не понравилось это видео, ставьте дизлайк. Ну, а у меня на этом все. Я вам желаю не болеть, крепкого здоровья. До скорой встречи, друзья, увидимся, пока!